Всем привет, меня зовут Кононова Анна, и с вами интернет-проект Фаберлик Онлайн. На данный момент мы находимся в звании старших, в открытом звании старших международных директоров, и, конечно же, я сейчас сниму вам обзор про те подарки, которые я уже готовлю своей семье, самым близким, любимым, родным к Новому году. Понятно, что я покупаю все только самое лучшее, но тут будут не только подарки, а, конечно же, продукты, которые больше всех мне нравятся. Первое – это такие вот салфетки от компании Faberlic. А это влажные салфетки универсальные с антибактериальным эффектом. Очень мне нравится. Заказываю их уже даже не могу сказать в который раз. Не знаю, раз, наверное, 20-й за все 3 года сотрудничества с компанией. Артикул у них 111-27. Ну и чем они мне нравятся? Ими удобно, я, по крайней мере, стираю любые пятнышки со стола, пыль, там какие-то флакончики протираю, мышку, клавиатуру, монитор. Ну, понятно, что не сам монитор, а вокруг то, что пластмасска, да, то есть им я могу удалить любое пятнышко от пролитого кофе и так далее, потому что я очень часто работаю через интернет, и я именно работаю с компьютера в своей комнате, и так получается, что где-то капнуло, где-то крошечка, где-то от кофе след на столе остается. Я все этими салфеточками быстренько вытираю, очень удобно. Они экономичные, их 40 штучек, и если тратить по штучке в день, то хватит на 40 дней, это реально. Вот, но я обычно трачу 2, да, то есть мне на месяц надо примерно 1,5 упаковки таких вот влажных салфеток, которые, в принципе, стоят, по-моему, рублей 40 или 60, но я их брала около 40 рублей, потому что они были по распродаже. А также очень часто эти салфетки берут у меня мои подруги для машины, да, то есть для коляски, для ручки колясок. Также берут их с собой куда-то в торговые центры, где малышу протирают этот же унитазик для того, чтобы он сел попочкой, да. Все мы знаем, что на весу многие малыши, ну, не умеют ходить в туалет, да, может быть, это не так эстетично, но это жизнь, и приходится об этом рассказывать, да. Для чего они подходят? Пол, линолеум, сантехника, бытовые предметы, приборы, панели автомобиля, кухонные плиты, кафель, пластик, деревянные поверхности. И за счет того, что салфетки все же содержат компоненты, обладающие антибактериальным действием, идеально подходят для использования в кухне, туалете, автомобиле, для обработки раковин, ванной, детской комнаты. Придает очень приятный аромат. Вот. Также тут есть меры предосторожности. Посмотрите, пожалуйста, да, какие меры предосторожности. Вот. И их тут 40 штучек, да, артикул 111-27. Хорошая вещь, открывается легко. Эта застежечка очень липкая, удобная. Она прям до конца упаковки, вы будете использовать ее столько раз, сколько нужно. Вот такие вот обычные, в принципе, не такие уж и маленькие салфетки. Очень влажные, хорошо так пропитаны, да, вот как видите, рука уже сырая. Вот такая вот красота. Заказывала, буду заказывать. Ага, мои новогодние подарки улетели, но ничего страшного. Заказывала, буду заказывать с большим удовольствием. Итак, следующее, что бы мне хотелось показать, это в первую очередь то, что я все-таки себе заказала одну штучку с артикулом 1625. Крем, соскрем для активных людей. Что он делает? Он помогает после интенсивной физической нагрузки, оказывает расслабляющее, разогревающее действие на кожу, снимает напряжение и неприятные ощущения благодаря комплексу из продуктов пчеловодства, экстракту жгучей ванили, экстракту дерева тика и маслу чайного дерева, стимулирует кровообращение, устраняет симптомы переутомления. Вы знаете, очень часто, когда день на каблуках, я мажу ноги вот именно этим кремом, и у меня ножки не болят на каблучках потом в конце вечера. Также способ применения у них простой. Небольшое количество крема нанесите на проблемные участки легкими массирующими движениями до полного впитывания. Также есть меры предосторожности, такие как, чтобы глаза они не попадали, да, если вы нанесли крем, да, там на коленка, на какую-то мышцу или
там на ноги, то нужно обязательно потом помыть просто руки с мылом. А что он из себя представляет? В состав входит экстракт шалфея. Шалфей – это противовоспалительное, антибактериальное, общеукрепляющее свойство. Масло чайного дерева, натуральное антибактериальное успокаивающее средство, обладающее противовоспалительным действием. Экстракт жгучей ванили разогревает кожу, создавая приятное ощущение тепла и комфорта. Экстракт дерева тика, который обладает тонизирующим защитным антимикробными свойствами. И также кислородный комплекс, как и везде наш запатентованный Nova Aftemo 2, который увеличивает содержание кислорода в коже, усиливает действие всех активных ингредиентов. Вот такая вот штука классная. Вот, он идет 75 мл, артикул 1625. Сейчас, минутку. Вот такая обычная, да, мазь, а с очень таким приятным ароматом, нежной, я бы так сказала, зубной пасты. Нежная зубная паста, то есть он вначале мятный, немножечко холодно коже, да, а потом уже чуть-чуть он согревает. Да, то есть сначала такой холодок все-таки по коже идет после нанесения. А следующее — это для моей дочки точечный аппликатор антиакне. Очень-очень он нам нравится. Я хочу сказать, что мы им решили огромное количество проблем. Также серия Faberlic Expert Pharma. Артикул 1672. У кого есть проблемы с прыщиками, возрастные они, не возрастные, без разницы, да, то есть заказывайте серию антиакне всю целиком, и вы увидите улучшение дня через 3, да, а через неделю у вас кожа уже будет ровная. Это испытано на практике, это 100%, это вещь просто великолепная, честное слово. Вот, попробуйте, у кого есть подростки, которые комплексуют. Я считаю, что комплексы в нашем мире, они ни к чему на данный момент. Нужно быть целеустремленными, активными, да. То есть артикул 1672, он идет 10 мл, но так как он точечный, его нужно носить 2-3 раза в день на проблемное место, да. То есть прыщик 2-3 раза в день мазать. Скажу его действие, оно не мгновенно, да, то есть оно не маскирует. Это средство не маскирует прыщики, оно именно их лечит и уменьшает. То есть, если вы сегодня помазали какой-то огромный, там, такой вот диаметром, да, к примеру, прыщ, там, или с ноготь, да, помазали сегодня 3 раза, то завтра он у вас просто будет в 2 раза меньше. Дальше тоже заказала себе маску-восполнитель кератина Cell & Care. Да, умный кератин, она идет. Второй раз уже заказываю, первый раз просто она у меня ушла на ура, причем мы ее тестировали еще в Москве, да. Так, значит, что о ней хочется сказать. Большая, 200 мл, артикул 8248 в пластиковой упаковочке. Эта масочка, она не жидкая, не густая. Сейчас покажу вам ее консистенцию. Она у меня уже вскрыта. Я немножечко отсюда взяла, потому что она у меня закончилась. Вот она, видите, чуть-чуть как бы так растекается. По волосам распределяется ровно, хорошо. А способ применения у нее легкий, но я его не соблюдаю. Я сейчас вас научу, как пользоваться этой маской, чтобы она была более эффективна. Я ее держу не 3-5 минут, как тут написано, а держу ее более 15 минут. Да? То есть я зашла в душ, помыла голову. И после того, как я ее помыла, я наношу маску. И потом наношу еще маску плюс на лицо. И пока у меня маска на лицо действует, я не смываю маску-восполнитель кератина вообще. И потом волосы, вы знаете, можно пальцами расчесать, какие они становятся мягкие, шелковистые, послушные, классные, упругие, неутяжеленные, нежирные, блестящие. В общем, я могу, если посидеть, подумать, то очень много плюсов у этой масочки еще дополнительно найти, да, то есть маска просто великолепная от Cell & Care. Вот, это новая линейка в компании Faberlic, выпущена буквально несколько каталогов назад, поэтому не все еще ее распробовали, плюс она не такая уж и дешевая, и хочется сказать, что не все ее покупают ввиду ее стоимости. Но вот если честно, можно купить кучу, на самом деле, огромную кучу дешевых средств, и они так не помогут, как эта маска, чтобы
восполнить ваши волосики, если уж они были где-то и повреждены когда-то, да, или краской, или химией. Вот у меня сейчас и покрашена голова, то есть, ну, как покрашена, милирование сделано, да, и плюс сделано, как даже сказать, плюс сделана химия, вот. Временная, конечно, щадящая, но все равно волосы у меня сами по себе тонкие, светлые, и я, если честно, чувствую, как они у меня испортились, начали ломаться, выпадать, потому что мы в один день все сделали. Сейчас я представляю вам очень интересную, новую, оригинальную вещь. Это первая такая вещь в истории компании Faberlic. Это жидко-матовая помада с металлическим эффектом. От Marie Wey она идет. Просто невероятный, классный, насыщенный, крутой металлический оттенок, на самом деле. И после того, как она высыхает, я про нее не читала в каталоге аннотацию. Честно скажу, ничего не читала, поэтому скажу просто от себя, что она из себя представляет. Когда вы ее наносите, ее нужно наносить очень четко, потому что она потом высыхает, и вы ее не сотрете и даже не отпечатаете об кружку. Будет маленькая тоненькая полосочка, может быть, на кружке, если вы, ну, 15 минут не выждете. Вот сейчас я на ваших глазах ее потру, и вы увидите, что она невероятно стойко держится на губах. И вот такие губы, ухоженные, красивые, классные, как вот эта жидкая матовая помада, ну, просто невероятно классно смотрятся губы. Ровно, зеркально, круто. Ну, я очень довольна, что я приобрела. Но вот этот цвет, да, яркий в платьях у меня, к сожалению, мало, вот. Но есть пара платьишек, с которыми я буду эту помаду с удовольствием носить. И каждые 15 минут после каждого чаепития не смотреть в зеркало. Потому что она реально такая стойкая. Прям, ну вот, допустим, если взять помаду Secret Story обычную, да, то она полностью отпечатывается на кружке, да. Эта помада, она стирается медленнее, она очень стойкая, она намного стойче, чем вот это же Secret Story, к примеру, да, которая ухаживающая. Но у этой помады есть минус, она немножко, вот еле-еле, я чувствую это ощущение, подсушивает губы. То есть у нас пигменты для губ, да, вот такие, например, как... Сейчас покажу, хотя я про него обзор снимала, но чтобы вы поняли, да, вот такой пигмент для губ, не помню... Его артикул уже, да, как вы видите, тут немножечко я уже начала его расходовать. Вещь классная, держится весь день, он такой просвечивающий и на губах закрепляется долго, буквально весь день вы будете ходить с этим цветом на губах, да, поверх можно наносить бальзам, еще что-то. И вот этот, именно этот пигмент для губ, у меня губы сушат ужасно сильно, и я поверху всегда наношу какой-нибудь бальзамчик, чаще всего антивозрастной. Вот эта помада, она сушит в 10 раз меньше, чем этот блеск, да, вот у кого он есть, хотя бы есть с чем сравнить, да, вот. Вот, и я думаю, что уже можно потрогать, что нет, она еще не досохла. Давайте подождем. Ну, как вы видите, отпечаталась тут совсем немножко, да, то есть она еще просто не досохла, эта помада. Будем ждать, будем ждать. Итак, подарки. Давайте же поговорим о подарках. Мелочь, которую я заказала, я вам все перечислила. Первый – это очищающий скраб для тела с органой и лотосом. Это просто невероятно классный бальзам. Он мне нравится тем, что он хорошо скрабирует, он не разлетается нигде, он не жидкий, да, и он не сушит кожу абсолютно никак, да. Вот обычно бывает, что после бальзама, когда вы выходите, да, не нанесете на себя ни молочко, ничего, кожа как-то стягивается. Вот после этого скраба вообще никаких проблем нет ни с кожей, ни с чем, но все равно как бы питательное молочко я стараюсь наносить. А применение у него простое, нанесите, помассажируйте, смойте, да, то есть как бы все как обычно. А скрабинки тут, как вы видите, такие крупные, они довольно-таки щадящие, то есть они не будут тереть, как мочалка, ваше тело. То есть это такое среднее, не нежное, нисколько не нежное. Вот. Но если сравнить с нашим скрабом и, допустим, есть у нас медовый скраб, да, для тела,
что медовый он жестче, да, он намного жестче, чем вот этот скраб. И еще у нас есть скраб какой-то очень недорогой, по-моему, он называется так, из серии Оранжери. Вот тот скраб, он никакой, да, никакой по сравнению с этим, и от него еще и добавок кожу сушит. А вот это просто безумно классная, великолепная вещица. Всем рекомендую, кто попробует, мне кажется, влюбится. И, кстати, он густой, он экономный, его хватает надолго. Вот мне лично, может быть, раз 5-6 помыться, тем более скрабом, я же не каждое мытье пользуюсь, да. Вот, поэтому он такой, 200 мл, артикул 24-20, вещь просто шикарная. Далее, хочу порекомендовать вам или подарить своим родственникам, как я, вот, да, сейчас заказываю много продукции на именно в новогодние подарки, или попробовать самим, это маска обертывания для волос. Шикарная маска, шикарный аромат, классно наносится, она не густая, не жидкая, да, то есть смотрите, какая вот она потекла немножко, да, то есть это просто классная вещь. Ой, боже мой, как вкусно пахнет, ну прям вот очень нравится, аромат яркий, не приглушенный, то есть кто не любит, чтобы сильно пахло, она пахнет средним, не слабо. Вот, артикул у этой масочки 24-17, она идет 200 мл, чем она мне нравится именно на волосах? Я ей пользуюсь как? Во-первых, там написано 2-3 минуты, нет, я пользуюсь минут 15, да, то есть я зашла в душ, помыла голову, нанесла вот эту маску, вот, и потом я наношу еще какую-нибудь питательную маску на лицо. Ну, на лице маски все идут 15 минут примерно, да, и я сижу так и вот с маской на голове, с маской на лицо 15 минут и потом смываю. Ну, вещь просто невероятно классная. Попробуйте, вам понравятся волосики после этой масочки. Они становятся такие мягкие, блестящие, упругие, у них появляется более здоровый вид, а после 3-4 применения вы просто волосы сможете расчесывать руками, даже не применяя расческу. Какие они у вас будут послушные и классные такие, да, маска не утяжеляет и придает реально хороший блеск и прям здоровый вид волосам. Вот это что, прям очень-очень круто. Ну, еще одна такая же классная маска, маска-восполнитель кератина для поврежденных волос. Я сделала химию, я сделала, как вам даже сказать, покрасить милирование, и волосы на самом деле начали ломаться, портиться, и вот эта красочка, она как раз восполняет именно то, что из волос исчезает после краски, да, то есть артикул 8248. Сочетание вот этих двух масок просто необыкновенно, но также я люблю применять всякие разные масла. Вот, очень часто меня под видеообзорами спрашивают: Аня, куда тебе столько масок для волос, как ты их успеваешь расходовать? Объясняю. У меня есть дочка, у которой густая рыжая шевелюра по попу. Поэтому маски у меня уходят на ура, потому что вот такой маски густым длинным по попу волосам, сами понимаете, на 2-3 раза максимум 3, и то не всегда 3. Да, и то не всегда 3, поэтому маски я беру много, потому что, ну, дочка уже выросла, ей 17 лет вот 2 дня назад исполнилось, и она уже, ну, на момент съемки этого видео 2 дня назад, и она уже как бы точно волосы обрезать не хочет, ну и зачем срезать такую красоту, когда можно просто поддерживать масками. Вот эти маски, они идеальны для окрашенных, для неокрашенных волос, а вообще для всех типов волос. Еще я люблю, очень люблю антивозрастную маску от Expert. Она не только от возраста, она еще и для тех, у кого просто длинные волосы. Далее такая вот находка. С помощью своей дочки я это все дело нашла. Это сухой шампунь. Я про него сняла обзор, как-то помню, заказала с новинками по ВИПу. И, в принципе, благополучно про него забыла. Ну и что вы думаете? Дочка его схватила, начала им пользоваться. Говорит: мам, ну невероятно классно. То есть она приезжает, у нее жирный волос, да, начнем с этого. Она приезжает с института, с колледжа, простите. И ей надо куда-то вот сходить, да, срочно. А голова уже
как бы с вечера помыта, она уже не свежая. И она вот этим сухим шампунем пшик-пшик, и ей вот, вы знаете, прям идеально, идеально на целый вечер хватает чистой головы. Потом она приезжает домой и моет голову. Ну, просто здорово. Артикул этого сухого шампуня 8228, он идет 125 мл. Его надо сболтать перед применением. И самое классное, сейчас вы увидите, какой он тугой, как он бьет в волосы, и вам особо-то его по голове-то и распределять не надо будет. То есть поприподнимали, смотрите, с каким напором. Ой, это еще не вскрытый. Ладно, не буду его вскрывать, возьму другой, который уже вскрытый. Да, сейчас увидим. Да, видите, прямо так резко бьет в голову и промывает. Единственное, что от него есть немножечко белый оттенок на волосах, который нужно повычесывать, постараться, то есть, ну, минуты три волосы надо будет чесать после него. Да, то есть применение у него легкое, наносите на корни волос, ждете 2-3 минуты, слегка массируете голову, потом расчесываете, да, минуты 3 чешете. Если у вас светлые волосы, вообще заметно не будет изначально этого налета, да, то есть, ну, белый налет, сами понимаете, от того, что как бы жир удаляется с волос, куда ему деваться, да. Его нужно только вычесывать. Далее, заказала я вот такой бальзам серии Selen Care для всех типов волос. И шампунь для всех типов волос, внимание, без лаурисульфата. Все мы с вами знаем, как он вреден. И сейчас модно пользоваться какой-то натуральной продукцией, еще что-то. Вот. И вот этот вот шампунь питательный, он просто делает мои волосы классными, здоровыми и великолепными. Да, вот он такой. Он очень ярко, насыщенно, сильно так пахнет. И, конечно же, эффект вот в паре с этим шампунем, ну, просто великолепный. Я с удовольствием им пользуюсь, пользуется моя дочка. И мы обе заметили невероятно классные результаты после его использования уже, по-моему, на второй раз. Да, на первый раз мы просто отметили, ой, какие классные волосы. Да, пенится он, ну вот если в 100% соотношении, то на 5% ниже, чем с шампунем с лаурисульфатами, но пенится он хорошо. Где-то я читала отзыв, что прям плохо пенится. Нет, неправда, хорошо пенится. А вот даже у меня мастер по волосам приезжала ко мне на дом, вот как раз делала мне эмилирование, мы это все смывали, мыли голову с шампунем. И я ей говорю: слушай, этот шампунь, на твой взгляд, лучше пенится или нет? И, ну, чем обычный? Она говорит: да вроде бы обычный шампунь. Говорит, я разницы не вижу. И также вот такой восстанавливающий шампунь вот из серии «Умный кератин». Шампуни тоже взяла. Их я взяла больше, потому что они мне как-то как будто больше понравились. Да, потому что все мы красим голову, издеваемся над своими волосами и очень редко за ними следим. А потом говорим, что-то у нас три волоса осталось, да, что-то волосы редеют, да. Вот и в принципе вот этот умный шампунь восстановления, он тоже классный, тоже идет без лаурисульфата. Артикул 8260. Именно он идет с интеллектуальной формулой, которая деликатно очищает и активно реставрирует даже сильно поврежденные волосы. Кератин распознает ослабленные участки волоса и направленно восстанавливает их, придает волосам плотность, упругость, уменьшает ломкость. Да. Наполняет волосы блеском и жизненной силой. Да, готовит их к последующим этапам ухода, не содержит сульфатов. Вот это вот, конечно, здорово. Кстати, объем большой, что у этого Selen Care, что у этого 250 мл. Артикул у него 8260. Я думаю, вы не пожалеете, если купите и маску, и шампунь, и бальзам. Но вот, допустим, бальзам у нас тратится очень мало, потому что все-таки больше мы как-то нашей всей семьей подкинем маски, и бальзам у нас может долго стоять. И вообще мы, пока маски у нас не закончатся, вдруг такое бывает, я увлекаюсь одеждой от компании Faberlic, да, недавно вышла коллекция от Ахмадулиной, потом коллекция от Валентины Юдашкина, потом коллекция от Рогова, сейчас опять от Валентины Юдашкина. Она действительно стоящая, она действительно красивая, и я
не могу себе отказать, а как бы более чем 100 баллов мне делать не нужно, но у меня каждый каталог, вот вы понимаете, баллов 200-300 есть. Вот минимально 200-300 баллов постоянно делается, только потому что мне все хочется и все нужно, да. А вот сейчас я делаю подарки, да, уже начала запасаться подарками, у меня уже получается 300-350, да, баллов. Но, с другой стороны, за каждый заказ я получаю 150 бонусов, и эти бонусы пересчитываются в подарки по программе Faberlic Club, и это уже от 20 подарков я могу забирать. И я тоже считаю, что это круто. Да? Далее, значит, заказала 3 интимных геля для интимной гигиены. 3, потому что постоянно про них забываю, пока они не закончатся, я их не заказываю. Сейчас они у меня закончились, 3 дня у меня его уже дома нету. Вот, я решила заказать сразу 3 штуки, чтобы они больше так не заканчивались. Артикул 8722. С дочкой мы им пользуемся вдвоем. Они долгоиграющие, хорошо пенятся, очень хорошо подходят. Именно для чувствительной кожи заказала в этот раз. Очень мне нравится. Он идет как раз-таки еще и с афродизаками. В общем, такая приятная, классная серия. Вот, приятная, классная серия. Пахнет он, вот вы знаете, аромат какого-то... такое чувство, что такой цветочный аромат, без грубости, без всего, очень-очень легкий цветочный аромат, такой нежный, очень такой свежий, цветочный свежий, вот, наверное, так, и еле уловимый. Так, давайте посмотрим все-таки помаду, да, вот, как вы видите, она перестала размазываться, да, то есть я тру сильно, и видите, прям реально сильно тру. Да, то есть она вот только после того, как я сильно потерла, начала стираться. То есть помада очень стойкая, да, то есть вот на 90% она у вас на губах будет, если вы так, ну, губы так, конечно, тереть мы не трем. Вот, далее заказала мужу, себе и старшей дочке Magnetic Juvenol. Да, то есть это такой классный комплекс, именно сбалансированный, именно для нашего здоровья. Сейчас я вам показываю магнетик с артикулом 15348. Вот состав витаминов. Тут есть магний, цинк, хром, медь, йод, железо, марганец, селен. Их можно пить совсем. С киселем можно, с кофе нельзя. Можно пить в чае, только чтобы чай был не выше 60 градусов, иначе умрет витамин С, как вы понимаете, да? Вот, что еще можно? Значит, тут есть и йод, и железо, и витамин С. И для меня вот это очень-очень важно. Способ применения очень легкий. Половину чайной ложки тщательно размешать в полстакана 100 мл воды комнатной температуры. Да, и на сайте, на самом сайте написано, что можно применять с чем угодно его. Да? То есть магнетик мы пьем на ночь, и вино мы пьем с чаем с утра. 3 пачки, потому что нас трое в семье, маленькой. Я недавно заказала, в прошлом заказе, Juvenol Magnetic, он у нее закончился, но тут решили, что что-то муж ангины переболел, и у меня ухо немножко там что-то типа отита было, но не крутого, не сильного, да. Виктория тут немножечко что-то расслабилась, потемпературила, старшая дочка что-то с давлением помучилась, и так все получилось. Я решила, что нам просто не хватает витаминов, и заказала витаминки, как бы, да, немножечко все похандрили, так, деньков по 5 каждый осенью, да. Что тут идет? Витамин Е, витамин В1, В2, В6, В12, опять-таки витамин С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, цинк, селен. Тоже как бы такой классный, хороший состав. Вот. И способ применения точно такой же. 2 грамма тщательно размешать в полстакана воды, чая или чего угодно, что вы хотите. Можно ложить в кисель, в сок и так далее. Вот в молоко, не помню, можно, нельзя, поэтому лучше спросить в обратную связь или почитать аннотацию о данном продукте на сайте. По себе могу сказать, что 3-й раз пропиваю и начинаю лучше себя чувствовать. Повышается работоспособность, повышается настроение, потому что, в принципе, витамины группы В не всегда повышают настроение, делать его лучше. Вот. Также
Как вы видите, такие вот подарочки я заказала. У меня есть уже такая маска вскрытая. Это питательная маска для лица. Тоже органа лотос, серия сокровища Востока. Да, артикул у нее 24-14. Она вроде бы как маленькая, 75 миллилитров, но мне ее хватает раз на 6, на 7. То есть она такая долгоиграющая, да, больше, чем на месяц. Потому что масок для лица у меня обычно много. Я делаю 2-3 маски в неделю разных, да. И вот получается, что эту маску я поставлю месяца 2-3, она у меня точно будет в ванной стоять, пока я ее 7 раз израсходую. Значит, что она делает? Питательная маска для лица, расслабляющее масло и тонкие ароматы цветов, уносящие прочь от городского шума. Так, едва уловимая музыка. Так, перенеситесь на лучшее спа-курорта Востока. Маска для лица интенсивно питает, увлажняет кожу. Экстракт лотоса повышает ее упругость и эластичность. Да, я это заметила, мне она очень нравится. Масло органы предотвращает преждевременное старение, простите. Ну, это я еще пока не поняла, предотвращает или нет, да. Мы все с разной скоростью стареем, не знаю даже. Да, а чувствительный аромат восстанавливает душевную гармонию. Аромат у нее действительно классный, когда вы ее наносите на носик, на подбородок, вы его вдыхаете, на самом деле какое-то такое успокоительное немножко действие на самом деле есть. А способ применения: нанести маску ровным слоем на чистую сухую кожу лица, оставить на несколько минут, смыть водой или удалить излишки салфеткой. Да, то есть не обязательно ее смывать водой, можно лицо салфеточкой протереть. Использовать 2-3 раза в неделю. 24-14. Эффект классный. Я эту маску видела на своем лидере Ирине Менчиковой. Она уже вышла у меня на 19%. Как-то раз я ей позвонила по скайпу, она сидит в этой маске. Я говорю: Ирин, как маска? Ну, мы с ней практически одногодки. Она на год меня младше. И она говорит: Аня, такая классная маска. Прям лучше всех. Да, я вот тоже заказала, я ее попробовала, я ей попользовалась, и вот сейчас беру ее уже на подарки, потому что я реально увидела эффект. Эффект на своем лице, что кожа молодеет, кожа свежеет, мимические морщинки немножко начали разглаживаться с нее, ну и так далее, и так далее. Следующая маска, она идет как восстанавливающая, она уже идет из серии «Секрет Клеопатры», вот. А тут идет карите и орхидея. Значит, что тут есть? Артикул 24-21. Вскрыта она год на 8 месяцев. Да, ну так же, как это, 75 миллилитров. Что так, тут маска для лица из белой глины. Это уникальный природный источник полезных веществ, восстанавливает глубоко, очищает кожу, да, выравнивает ее рельеф, да, и тон, да, сужает поры, да, да, да. Ваше лицо наполняется поистине царственной красотой. Тоже эту маску мне уже посоветовали девчонки с нашего проекта Faberlic Online, потому что я уже запуталась в количестве продуктов, в количестве товаров. Они писали, что маска просто классная, обалденная. Честно скажу, не помню даже, кто писал за структуры, но они постоянно ее покупают всей семьей и делают ее. Да? То есть тут 2-3 раза в неделю можно эту масочку делать. Далее. Конечно же, заказала Омегу, да, не пугайтесь, что так много, почему я ее заказала. Значит, ну, во-первых, Омега – это иммунитет, это сердце, это ум, она все это восстанавливает, да. Артикул 15-340, она очень нужна, и люди, у которых недостаточное количество Омеги в организме, да, которая… Что такое Омега-369 вообще? Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые самостоятельно организмом не вырабатываются. Если вы не кушаете рыбу красных сортов 3 раза в неделю, то 100% Омеги у вас не хватает. Попейте ее, пропейте курс. Пропейте второй курс, и вы почувствуете, что вы на самом деле начали чувствовать себя лучше, и вообще вот эти вот полиненасыщенные жирные кислоты, которые жизненно необходимы организму, а самостоятельно не вырабатываются, их нужно получать извне, да, то есть организм их не вырабатывает. Состав тут идет: масло льняного холодного отжима, рыбий жир, масло семян тыквы, желатиновая капсула, да, то есть, ну и масло семян амаранта. Не входит ГМО, содержание полиненасыщенных жирных кислот более 70%. Вот так вот. Значит, способ применения – это применять по одной, две капсулы 1-2 раза в день. То есть, после того, как мы поболели, я решила пить по две капсулы 2 раза в день. Ну и, конечно же, что я могу сказать?
В прошлый раз мы пили так же, и невероятно много энергии. Меня все называли: «Аня, как ты можешь такая быть неутомимая?» Я успевала сходить и в салон, и с ребенком, да, на прием. У нас там шло полное обследование, и мозг головной, и тут же остеопат мы спинку проверяли, да, то есть практически каждый день я пропадала в больнице. А вечером я успевала сделать презентацию и провести вебинар. Вебинары я вела через день по 1,5 часа. И вы знаете, я считаю, что виновница всплеска моей вот этой вот энергии, что я все успевала, я не уставала ни морально, ни физически, только из-за того, что я пила вот эту вот омегу и ювенол. А именно омегу ювенол в составе. Попробуйте, мне кажется, что у вас тоже появится очень много сил. Тем более она недорогое. Оно недорогое, но в пределах где-то 300 рублей. Вот не буду врать, может быть даже дешевле. По-моему, омега, она 180, что ли, рублей стоит, если я не ошибаюсь. По-моему, 180. Ну и последнее, это не на подарок, но это у меня заказала покупательница все-таки, которая у меня соседка. Она посадила пятно в лифте, я ей дала влажную салфетку, и она это пятно убрала. Позже оказалось, что это пятно от торта, жирное пятно. Да, то есть у нее вскрылся торт, она не заметила, к себе прижала. И после этого она сказала: «Боже мой, закажи мне 10 штук, пусть они у меня лежат». Да, я посмотрела срок годности и решила, что да, 10 штук ей будет нормально. Это салфетки, которые удаляют быстро влажные пятна. Вот расскажу случай, когда какой-то добрый в кавычках человек на Новом году дал моему ребенку втихаря шоколадную конфету. Я ее не видела, я бегу, ищу, где елка, потому что обещали в одном зале, сделали в другом зале. У нас, я жила в маленьком поселке, все там переделывают, одна елка на весь поселок. Мы ее потеряли, мы опаздываем, там подарки выдают. В общем, да, надо хоровод успеть поводить, а то что же мы зря костюм Снегурочки одели, что ли, да, то есть такая интересная история у нас получилась. И кто-то вот сунул ей конфету, и она этой конфетой весь воротник, все манжеты на рукавах, все изморала. И когда мы все-таки нашли елку, да, то есть пошли уже, встали в очередь рассказывать стих Деду Морозу, я посмотрела на своего ребенка, а он у меня весь в шоколаде. Манжеты, воротник, да, то есть и вот в районе груди спереди один шоколад. Я думаю: «Божечки, откуда у ребенка шоколад? Мы еще подарок не получали». Вот, значит, ну кто-то из деток ее угостил. Вот, и кто-то ей просто, вот она, видать, мы шли мимо, ей кто-то сунул. И вот именно этими салфетками я полностью, без следа, все удалила. Причем самый прикол был в том, что вот это вот искусственный вот этот вот мех Снегурочки, он потом, я его рукой так после того, как он высох, я его немножечко рукой потеребила, и он распушился обратно. То есть эти салфетки, они не слепляют, они мылят, да, то есть вот, и я сейчас их всегда покупаю, всегда беру, они неоднократно меня выручали, да, то есть это реально эффективное удаление, но только свежих пятен. Для старых пятен подойдет карандаш и спрей, а салфетки именно для свежих пятен, да. Сколько раз эти салфетки спасали мою мебель от рук, ручки, да, то есть ребенок подбежал, ручкой нарисовал, да, приходил к нам тут малыш, 9 месяцев в гости, только еще заходил, вообще так рано, 9 или 10 месяцев, только еще ходит, все, а откуда у него в руке была ручка, я не знаю, но очень быстро был изрисован абсолютно новый диван. Кстати, вот этот вот этому дивану у меня меньше месяца еще, я его только купила. Да, я взяла эти салфетки, мама заохала: боже мой, что мне делать?» А вы знаете, я легко взяла и стерла вот ручку, прям начерканную ручку, и истратила всего две салфеточки, вы представляете? То есть вещь классная, примеров уже, грубо говоря, десятки за то время, как я и мужу стирала жирное пятно с пиджака перед тем, как выходить на сцену за чеком, и так далее, и так далее. Очень много кого этими салфетками я реально тоже спасала, не только себя, но и окружающих. Да, на самом деле деликатно, быстро, удобно, много места в сумочке не занимает, и вещь просто классная. Артикул 111-28.
Да, то есть вот такая у них аннотация. Я о них много рассказала примеров, но не сказала точно, от чего, от каких пятен он помогает. То есть кровь, жир, соус, кетчуп, ручки, маркеры, йод, краски, другие окрашенные своевременно, да, то есть и другие окрашенные, да, то есть вот, если быстро ими попользоваться, быстро, не ждать час-два, а сразу это сделать, то салфетки 100% вам помогут. Вот. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Рада была вас познакомить с таким широким ассортиментом нашей продукции, с таким огромным количеством. Забыла рассказать про крем-гель для душа, очень его люблю, густой, классный, кожа после него мягкая, такого вот он цвета идет, приятного, да, и... Очень его люблю, кожа вот на зиму просто великолепная с него, но он маленький, 200 мл, артикул 24-16, он интенсивно реально питает кожу, он такой густой и интенсивно питает кожу, и на самом деле даже не хочется крем на себя наносить после него, просто находка для меня, поэтому тоже его буду дарить. Ну, теперь точно все. А, забыла рассказать про батончики, что-то я сегодня прошу прощения. Вот такие вот батончики, это я буду ложить в новогодние подарки своим племяшам маленьким, да, буду ложить. И, кстати, салфетка от пятен даже, видите, не совсем справляется с этой помадой. Помада действительно стойкая, вот эта вот, потому что... Вот, батончики. Итак, первый протеиновый батончик, он идет со вкусом кокоса. Честно скажу, понравился он мне намного больше, чем шоколадный батончик. Давайте будем его разламывать. Штука классная, полезная. Такими батончиками питаются спортсмены. Очень вкусно. Вот я сейчас перед вами его разломила. Пошел кокосовый аромат, вот этот сладкого белого шоколада, и у меня уж прям слюньки. Хотя я белый шоколад, честное слово, я его не люблю. А в этих батончиках я его полюбила. Да, вот смотрите, какие они. Они очень питательные, они очень сытные, да. То есть я с утра пыталась съесть два батончика, честно скажу, вошло в меня только полтора. И то одного батончика достаточно, чтобы позавтракать. Масса нет, а тут идет 35 грамм. А что самое классное? Тут идет огромное количество витаминов, и мой ребенок их любит. Эти батончики она у меня уже сегодня съела два, я ей просто уже больше не даю. Все равно сладкое есть сладкое. Значит, состав, пожалуйста, тут идет глюкозный сироп, кокосовая стружка, глазурь кондитерская. Да, вот, то есть я вам давайте сейчас сфокусирую, вы посмотрите. И широкий ассортимент тут прямо идет витаминов. Да? Витамин тут С идет, ниацин, а так, витамин Е, по-моему, да, я там немножко порвала. Давайте возьму, пошебаршу вам немножко в камеру и возьму другой. Да, то есть витамин Е, да, как видите, ниацин, витамин С, пищевые волокна, углеводы, жиры, белки. Белки 5,5 грамма прям, да, энергетическая ценность 133 калории на 100 грамм. Это значит, что 35 грамм, ну, в общем, калорийность у него очень низкая, и он питательный. Обычно такие батончики очень любят покупать спортсмены, так как они следят очень-очень за своим здоровьем, то есть он не навредит. И я еще получила ответ сейчас из обратной связи, что эти батончики можно с осторожностью кушать людям с сахарным диабетом даже. Я удивилась. А вот, и хочу сказать, что детям уж их точно намного полезнее кушать, чем обычный шоколад, да, всякие Твиксы, Марсы, Баунти и так далее. Вот, такой вот классный батончик, сейчас прямо его скушаю. И второй батончик протеиновый со вкусом шоколада. Вот вы знаете, в аптеках, как вам даже описать вкус, продаются батончики всякие разные, глазированные, да, вот эти вот новое такое поколение. Вот этот батончик чем-то напоминает те, но те вот я кушать бы не стала, а этот вот я поела с удовольствием, поэтому попробуйте, он тоже питательный, тот же состав у него идет, тут витаминов,
Как вы видите, сейчас я вам его зафокусирую. Артикул 154-71. Шоколадные батончики у меня больше полюбила старшая дочка и младшая дочка. Мы с мужем как-то на белые насели, обоим понравились белые. Да, такой же, как вы видите, состав. И вот глюкозный тут сироп, глазурь. Ну, идентичный состав, просто один белый, другой темный. Вот с удовольствием, да. И вы знаете, мне, наверное, придется дозаказывать, потому что скоро мне будет нечего ложить. Эти батончики пришли ко мне вчера, и уже, честное слово скажу, не хватает 10 штук. 10 штук, потому что муж с утра 3 съел, а младшенькая съела 2, это уже 5, я съела 2 с удовольствием, да, утром и в обед. А потом, значит, у меня нянечка взяла один попробовать, и остальное я навернула старшая дочка. Вот, поэтому я считаю, что я их уже, наверное, просто унесу на кухню и захожу новые батончики в подарки, потому что они, наверное, не уцелеют. Ну что ж, теперь точно все. Спасибо вам за внимание. Видео было длинным, но зато я вам рассказала про всю продукцию, которую я люблю, которую я уважаю, которую заказываю уже не первый раз и с удовольствием рассказываю вам про нее. И эффект просто потрясающий, о чем бы я ни говорила. Пусть хоть гель для интимной гигиены, пусть хоть маска обертывания, да, пусть хоть батончики, которые съедают по 10 штук в день в нашей семье, да, это все, конечно, здорово и очень хорошая продукция. Конечно, Cell & Care и Spa, Сокровища Востока и Секрет Клеопатры, они идут не из эконом-класса, да, то есть там, по-моему, маска за сотню стоит, да, то есть, ну, как бы, ну, не тысячу, да, как в других компаниях дорогущих, но все равно они не такие уж и дешевые. Но воспользовавшись ею раз, вы поймете, насколько на самом деле вы на дорогом, ну, на среднем, это недорогой продукт, на таком продукте сэкономите в итоге, потому что волосы будут просто великолепные, тело будет приятное, да, то есть вы сэкономите не только время, но и годы своей молодости. С вами была Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, буду рада снимать для вас разного типа видео. И, конечно же, я снимаю только то, что я заказываю для себя. А вот это вот, вот эти вот салфетки, это первая продажа за последние 3 месяца. На самом деле у меня очень мало покупают. Я все практически заказываю в дом и себе любимой, и своей семье, или маме, папе, свекру, свекрови и так далее. Ну что ж, всем пока-пока!